Добрый день! Это я, принцесса Селестия. Меня знает только тот, кто слушал мои истории очень много. Возможно, вы удивлены моим новым цветом волос. И именно про это сейчас и пойдет речь. Нет, конечно же, не про волосы. Я расскажу вам одну интересную историю, и вы узнаете, почему у меня такие волосы. Заранее говорить не буду, я ваша сестра предупредила. Надеюсь, вам очень нравятся мои истории, которые я рассказываю и буду рассказывать. Я ее рассказывала с поколения в поколение своим родственникам. И главное, своей верной ученице Твайлайт Спаркл. Мне рассказывали родственники из поколения в поколение, и не только мне. Эту историю знают все. Она совершилась уже год назад, правда. Правда, в 2014-м. Эта история получила популярность в моем мире, в мире пони. Все были очень рады. И, кстати, в этой серии моя ученица Twilight Sparkle победила злую Nightmare Moon. В этой истории она стала взрослее и мудрее. Она поняла, что значит быть королевой, быть принцессой и быть собой. Без ее друзей этого мира уже давно бы не было. И без ее тоже. Если бы не было ее, ее друзей тоже не было бы. Ее друзья предали ей мудрости. Они не предадут. Они самые верные. Итак, начнем же. Эта история называется «Приключения моих друзей». Итак, это неправильно. Я должна быть королевой. Я должна править. Я должна делать все. И я буду королевой. Теперь меня никто не остановит. Сестра, ты совершаешь большую ошибку. Теперь мне придется отправить тебя на Луну. Нет, теперь ты отправишься на Солнце. Я буду мстить. Я обещала мстить. Ой. Приснится же. О, Твайлайт, ты меня помнишь? Помнишь, как ты победила меня своими жалкими элементами гармонии, а? Наверное, помнишь. Меня никто не забудет, ведь я королева. Вскоре ты умрешь во тьме, и я буду править еще больше, потому что Селестия уже свергнута из трона. Она сейчас находится на солнце, и ты ее не спасешь. Я спокойна? Спокойна? Нет, я не спокойна! Успокойся, Флаттершай, милая. Когда ты уже перестанешь? Ты разве не понимаешь, как больно смотреть на осеннее дерево? О, да. Ну, Рарити, не будь бездушевной. Эй, что здесь происходит, девочки? Видишь, Флаттершай с болью смотрит на какие-то деревья. Понимаешь? Твайлайт. Правда? А ты как думала? Так. Я. Пинки Пай, что ты делаешь? Ты сможешь помочь мне? Близик. Ну, Пинки Пай, ну, пожалуйста, прошу тебя, прошу, Пинки Пай, помоги мне. Уйди, Искорка, пожалуйста, я не знаю, что мне сделать. Я нервничаю. Пожалуйста, Искорка, уйди. Пожалуйста. Итак, Рейнбоу Дэш, ты готова? Готова. Итак, давай правее. Ага, молодец, теперь немного в сторону. В
сторону Rainbow Dash. Rainbow Dash. В сторону. Так, молодец, молодец. Хорошо идет дело. Молодец, Rainbow Dash. Ты потрясающе справляешься. О, нет, нет. Сори, Rainbow Dash. Прости меня. О, как смешно, Эпплджек. Скорее вытаскивай меня отсюда. Ладно. Сейчас, Rainbow Dash. Привет, девочки. Что вы здесь делаете? Вообще, чем занимаетесь? Уйди из каркана, сейчас не до тебя. Сейчас мне надо вытащить Rainbow Dash. И кое-что сделать со своей территории. Rainbow Dash, я иду! Жди меня! Я сейчас! Не хотят мне помогать. Я сама найду Nightmare Moon. По-моему, она говорила, что находится в вечно зеленом лесу. Или в вечно диком. Я уже забыла. Ну да ладно. Мои друзья не хотят мне помогать. Вот, Вайлот, видимо, ты пришла за мной. Nightmare Moon? Да, Вайлот, видимо, ты уже и забыла меня. Мы же виделись только сегодня утром. Ах, какая жалость. Я пришла здесь, сюда для того, чтобы победить тебя. Или ты не хочешь? Или ты передумала? Вайлот. Твайлайт, знаешь, может быть, покончим с этим, и ты все равно не победишь? Нет, Nightmare Moon, я буду бороться за свою жизнь, за жизнь своих друзей. Итак, кто кого победит, тот того и заберет. Ясно? Да, правила просты, Твайлайт. Я знаю, что мне надо делать. Я согласна. А? Где это мы? Как темно. И страшно. Мы во тьме, моя милая. Twilight Sparkle. Здесь нам никто не помешает. Даже твои жалкие друзья. Как бы их там ни было. Много. О, Твайлайт, и это ты называешь магией? Мне так страшно. Хотя я даже знаю, что мне надо делать. А еще ученица Селестии называется. Я знаю, Селестия жалкое подобие магии. Нет. А, так-то, детка, со мной связываться. Или меня зовут не Nightmare Moon. Твайлайт, открывай, чего у тебя там? Я уже закончила свои дела. Открывай! Пинки Пай, что ты делаешь? А, привет, Флаттершай. Я пытаюсь достучаться до Твайлайт. Я думаю, где она? О, Пинки Пай, знаешь ли, я тоже к Твайлайт. Мы с Айти были заняты, и я пришла к ней. Что у нее там? Эй, девочки, что у вас там? Что вы тут делаете? Я к Твайлайт Спаркл. О, мы ищем Твайлайт, а ее все нет. Дверь не открывает. Может быть, ты поможешь нам? Спокойно! Я еще и не такие двери открывала в свои годы. Ой! О, Эпплджек. О, со мной все в порядке. Мама моя родная, где мой апельсин? О, привет, девочки! Что вы здесь делаете? Я как раз в Твайлайт пришла. Мы ищем Твайлайт, но ее здесь нет. О, Эпплджек, что с тобой? Ты случайно не... Ну ладно, все пройдет. Обязательно, мои дорогие. Что? Твайлайт нету дома? Ну как? Она
она же должна была быть здесь. Она сказала, что пойдет в какой-то вечно зеленый лес. Эй, Райлити, ты что забыла? Это наш вечно зеленый лес. Или вечно дикий такой там. Эй, привет, девчонки, что вы делаете тут? Кстати, я к Твайлайт. Дошла на минутку. Ах, Твайлайт, нету дома. И это же самое печальное событие из всех. Успокойся, Равити. Мы найдем ее в вечно диком лесу. Вечно диком? Значит, зря все? Значит, вот как он называется. Да, девочки, он называется вечно дикий лес. Это правда. И вы... Это... Ну, ладно, пойдем искать. Нет. Я не могу. Мне страшно. Мне страшно. Флаттершай. Ну, ладно, я пойду. Только обещайте, что мой кролик останется под присмотром. О, боже мой. Это ужасно. Мне не нравится твой голос, Рарити. Дело в том, что надо было просто взять немного нарядов. О, Рарити, я тебя уничтожу! Ну-ка быстро сними эти шуры-муры! Сними! О, ладно, Рейнбоу Дэш. Какая ты все-таки, и никто не признает гения. Это ужасно. Ну вот, теперь можем идти. Ну же, вперед, девочки. О, Твайлайт, зачем тебе твои друзья? Ты можешь одна справиться. Нет, ты не тронешь моих друзей. Ни за что не тронешь. О, Твайлайт. Тебе не нужны друзья. Вместе мы наверстаем упущенное. Всегда быть вместе со злом очень полезно. Ведь зло победит. Твои друзья не ответили тебе на помощь, когда ты просила у них. Ты думаешь, что они тебе друзья? Если ты так думаешь, что ты такая же лживая, безнадежная, как они. Нет, ты никогда не тронешь моих друзей, и ты ошиблась. В прошлый раз мы тебя победили и победим в этот. О, Твайлайт, я лишь хотела сказать, что со мной тебе будет лучше. О, возможно, ты и права. Конечно. Мы наконец-то в вечно диком лесу. Я дальше не пойду. Я не могу. Пустите меня назад. Мне надоело, что мной вечно все командуют. Мне это просто-напросто надоело. Пустите меня назад. Хотя просить вас все равно безнадежно. Вы меня здесь больше не увидите. Ой, господи, что вы на меня так смотрите? Я вам чем-то не нравлюсь? Значит так, если вы сейчас же не возьмете себя в руки, вы будете обречены моей магии. И вообще, меня здесь и быть не должно. Вы мне больше не нужны. О-о, бедная Флаттершай. Что это было? О-о-о. Успокойтесь. То есть нет, я не должна быть спокойной. Это просто ужасно.
Как же нам вернуть Флаттершай? Успокойтесь, это, наверное, какая-то безнадежная магия Найтмэр Мун. Мы же ее в прошлый раз победили, теперь в этот раз. И вообще, Флаттершай нам не нужна. Не нужна. Согласитесь же. О, Рейнбоу Дэш, ты не замечаешь, что твои крылья стали больше? Да. Какая-то ты стала черная и неприятная на запах вкус и цвет. Спокойно. Может быть, даже Флаттершай нет с нами. Но и вы мне тоже больше не нужны. Адьос, девочки. Пока. Ах, она не любит своих друзей. Она их просто ненавидит. Так нельзя. Это ужасно! Она самое ужасное существо из всех, которых мы видели. Или я. Мне больше. Она не нужна. Я ненавижу таких. Друзья, я ухожу. Мне не нужна такая ужасная, мерзкая, гадкая подруга. Она не любит своих друзей. Она их просто не уважает. О, что ж, Пинки, похоже, мы остались одни. Что? Ей не нужны друзья? Этого быть просто не может! Это ужасно! Это наглое! Это... безнадежное подобие друга? Это ужасно! Я ее даже видеть не хочу! Все, Эпплджек, ты осталась одна. О нет, мои друзья, что с ними такое? Я не могу. Я должна быть сильной. Я должна быть сильной. И я никому не нужна, пусть и мне никто не будет нужен. И пора расстаться с этой дурацкой шляпой. Я ухожу, буду одинокой и ужасной. Пусть меня все боятся так же, как и Пинки Пай. Я свободная. Ха-ха-ха-ха-ха. Итак, вы пойдете со мной. Меня призвала Найтмэр Мун. И коли вы не пойдете, вам будет очень плохо. Вы знаете меня, Найтмэр Мун. Если вы с нами не пойдете, точнее со мной, тогда что будет, милочка? Ты не имеешь права нами командовать. А что же, я согласна с некоторыми буржуйскими девчонками. Заткнись ты! Я не буржуй. Я не богатая. Замолчите обе. Замолчи ты особенно, Рейнбоу Дэш. Тебе не нужны друзья. Заткнись, Рарити. Как будто бы тебе кто-то нужен, да ты со своей модой. Ах ты, да ты, я, ну... Спокойно, успокойся, Рарити. Ты ужасная, тебе вообще не нужны друзья. Ты... Успокойтесь. Вы все пойдете со мной. О-хо-хо-хо. Что же ты сделаешь? Что же ты сделаешь с нами, милая? Это невозможно. Приведи их сюда, Твайлайт Спаркл, или я из тебя сделаю жаркое. Вы пойдете со мной. Нет! Ой, что происходит? Убери свою магию! Уходи от нас! Заткнитесь все! Где это я? О боже,
это такое? Да. О, видимо, у проживающих здесь нет никакого вкуса. Замолчи, Рарити. Ой, что это за место? О, сейчас придет моя королева. Моя госпожа, я принесла вам их. Вы можете принимать их. О, конечно, моя милая. Я специально переоделась для этого случая. Итак, вы находитесь во дворце двух сестер. Итак, Твайлайт. Моя милая, моя дорогая служанка, отведи их в тронный зал. Сам я высушу всю вашу энергию и буду править. О-о-о, это очень плохо. Ха-ха-ха-ха, пусть зло воцарится вновь. Я буду править, буду очень сильная. Моя былая мощь вернется ко мне. О, как я уже чувствую прилив сил. У вас такая мощная энергия. Давайте же, отдайте мне всю свою силу. Ха-ха-ха, а ты, милая, пойдешь со мной. О нет, отпусти меня, что ты делаешь? Ты думала, я буду править вместе с тобой? О, милая, знаешь, мне одной места мало. Ты мне не нужна. Мне не нужны всякие дурацкие слуги. Я сама смогу делать то, что мне надо. И сейчас я хочу уничтожить тебя. Ты мне не нужна. Не была не нужна ни тогда, ни теперь. Ты слишком добрая для этого. Я боюсь потерять верность твоих слуг. И, кстати, хочешь, скажу тебе одну вещь, Твайлайт? Друзья тебе не помогут. Кстати, я хотела сказать не это. Я расколдовала тебя для того, чтобы было веселее. Нет. Друзья, помогите мне. Даже не верится. Ваша сила почти закончилась. Что такое? Почему процесс остановлен? Эй, вы! Что вы делаете? Мы, Найтмэр Мун, друзья Твайлайт Спаркл. Она ищет помощь своих друзей. Да, мы ее лучшие друзья, а не какие-то там твои слуги. Да, наша любимая Твайлайт ищет помощь от друзей. И мы ее никогда не бросим. Она наша самая лучшая подруга. И как говорили мы победили тебя тогда. Победим! И сейчас, ведь мы друзья! Найтмэр Мун. Ах, моя верная ученица Твайлайт Спаркл, ты уже не та, какой была прежде.
Ты прекрасная принцесса. Ты моя самая лучшая ученица. Я благодарю тебя за все твои смелые поступки. Помнишь, что я тебе раньше говорила? Мудрость приходит со временем. Да, вы были правы. Теперь я стала большой принцессой. Да, правильно, ты можешь править. К тому же у тебя уже давно появилось свое королевство. Сестра, прости меня, я не хотела. Я, пусть даже и Найтмэр Мун, но все равно я виновата в этих поступках. Прости меня, сестра. А что касается тебя, моя любимая младшая сестренка, так это то, что я тебя прощаю. Не ты натворила все эти поступки. У тебя живет злая сущность. А, принцесса Луна, принцесса Селестия, ваши прически! О, видимо, мы зародились такой же магией, как и вы. Это очень потрясающая магия, и вы ее раздобыли внутри своих сердец. Я горжусь вами, мои любимые друзья. Ведь вы мне теперь друзья. Вот так и закончилась эта история. Она закончилась счастливым концом. И дай Бог, чтобы каждая история в вашей жизни заканчивалась так же. Уже вечер, и править пора принцессе Луне. Всем спокойной ночи.